Хей-хей-хей, а кто это тут у нас? Привет, мальчик, или ты, девочка, прямо сейчас поставь лайк, если не хочешь, чтобы я пришел к тебе ночью со своими друзьями. Также напиши в комментариях, кто твой любимый аниматроник, и хэштег ФНАФ. Мама, папа, кто здесь? Ё-моё, который час? Так, что это было? Ё-моё, так, надо в шкафу спрятаться, я не знаю, что тут было, я прям испугался. Слышу, кто-то дверь открыл. Их надо посидеть, может быть, это уйдет опять, наверное, ночной кошмар снится. Фух, так, закрыть глаза, и все будет хорошо. Считать до трех. Раз, два, три. Фух, так. Фу, опять ночной кошмар поснил. Кто там был? Тихо, надо посмотреть. Так, это... подожди, что это сейчас было? Я лучше сейчас фонарик возьму. Так, тихо. Тут есть кто-то? Кто-то в шкафу там есть? Фух, раз, два, три. Привет! Ты кто? Привет, я... Да неважно, кто я, вот. Это... Привет. Что? Чё ты спрятался в шкафу? Что вы, кто? Я марионетка. Слушай, ты проснулся, ты испугался, да? Ну вообще да, как бы. А вы кто, собственно говоря? Вы почему? Давай ты еще ляжешь поспать, как бы, вот. Не хочешь? Подождите, а где мои родители? Вы что вы тут делаете? Почему вы взрослый дяденька? Не важно, вы... что я тут делаю. Просто ложись спать. Хорошо? Я не лягу спать, потому что я вас не знаю, и мне страшно с вами рядом находиться. Ложись спать по-хорошему. Так, надо запрятаться где-нибудь. Чё за маньяк какой-то? Куда ты пошел? Дурак, блин, больной. Так, все. Надо спрятаться в своем шкафу, блин. Раз, два. Знаешь что? Раз, два. Ну ты сделал. Какой я ничего не делал? Свой выбор, вы кто, уходите? Ты сделал свой выбор. Больной. Раз, два, три. Фу, так. Надеюсь, все ушли. Так, это ночной кошмар. Ладно, это очень странно. Вроде никого нету. Кто это был? Так, тихо, надо прилечь. Так, тихо. Все, я сижу, тихо. Надеюсь, не... Ёма, кто ты? На что такое-то? Я твой кошмар. Я твой ночной кошмар. Блин, что же за такое? Почему мне ночные кошмары? Ночные кошмары. Куда он ушел? Ты не видел его? Какие-то спрингтрапы, ё-моё. Блин. А я маме говорила, что эти игрушки какие-то очень непонятные, живые. Сейчас я его найду. Все, спрятался в шкаф тут. Тихо. Так. Где же ты можешь быть? Может быть, тут где-то? Не страшно. Тихо. Да где же он? Сейчас я его найду. Так, под кроватью, может, где-то? Ой, ребята, очень страшно, капец. Что же делать вообще? Нет. А где же он? Я же его чую, я его прям чую. Блин. Может, в полке где-то? Блин, можно спрятаться. Было в картине. Блин. Может быть. Где он? Куда он исчез? Он в картину залез, что ли? Видимо, нету. Эх. Фух, этот дурак ушел. Так, тихо, где он? Ё-моё! Куда ты побежал от меня, мальчик? Отстань от меня, пожалуйста. Ты кто? Что тебе надо? Ты ночной кошмар или кто?
Я ночной кошмар твой, а ты просто взял, уснул, и теперь ты видишь меня. Блин, как бы мне выбраться из этого кошмара? Где же он находится? Где же он находится? Я надеюсь, в сундуке, может, спрятался. А, вот дурак, ой. Хотя этот идиот бы не поместился в сундуке, этот мальчик. Блин, мне идиот он называет, ну вообще капец. Что? Ничего! Ай, отвали от меня, пожалуйста! Вот на тебя фонарем в глаза, на тебя фонарем! Так, куда же? Куда же? Так, так, так. Зачем? А, мои глаза. Так, тихо. Все, спрячемся здесь. Блин, не знаю, что же делать. Может, лайки какие-нибудь? Сейчас найду тебя, сейчас найду. Где он там? Тихо. Блин, да где же ты, черт тебя подери? Скажи, что сделать, чтобы я из этого ночного кошмара выбрался. Ну, тебе нужно, как бы, лайки поставить. Сколько? Мне лайки нужны. Ну, знаешь, всегда по-разному. Но от 5000 бы я не отказался. Или даже, может быть, где-то от 7000. Офигеть, блин, он, конечно, запросики делал. Ты что, и тогда, если наберутся, то ты отстанешь, да? А ты что думал, все просто так, что ли, будет? Ой, блин, ладно, ребята. Ничего не бывает просто так. Куда же ты спрятался? А вот никуда, все, блин, надо до дня просидеть или, блин... Да, может, где-то. Так. Тихо. Давайте, где пока он меня не нашел, поставьте лайк, пожалуйста. Ё-моё, кровать ломает, ребята, пожалуйста, быстрее ставьте лайк. Мне очень-очень страшно, очень страшно. Надеюсь, он сюда не заглянет, потому что вы, наверное, все лайки поставили, он, наверное, тупым Черт, стал. Под кроватью его нет. Он всю кровать сломал, ё-моё. Все, сидим, тихо. Здесь? Ты здесь? Ё-моё, он сейчас всю хату разгромит, ё-моё, ребята, пожалуйста, быстрее здесь ставьте лайки, я не доживу до утра, только ваши лайки помогут. Пожалуйста. В шкафу опять вам спрятал. Не ломай дом, пожалуйста, мама вообще придет тебя... Или здесь. А-а-а, ё-моё! На тебя фонарём в глазище твои страшные. Всё, раз, два, три. Раз, два, три. Так, всё, посчитал, надеюсь. А всё это закончится. Не знаю, как отсюда выбраться уже. Ой, так. Не знаю. Чё мне делать? Я эту игрушечку взял. Может быть, она мне поможет. Мальчик, привет. Кто здесь? Мама? Уходите, пожалуйста, вы кто? Мальчик, это я, на меня не действуют фонарики. Я сказала Фредди кошмарному, чтобы он ушел. Вот. Ты в кошмаре сейчас, а я добрая здесь. А кто? Подождите, а что вообще происходит? Я ничего не понимаю. Расскажите, я, пожалуйста. Я кошмарная манга. Кошмарная? И зачем вы пришли меня кушать, да? Да нет, вовсе. Ну как, ну вообще... Так, у вас топор, я видел, там топор. Не, это я тебе стейков приготовлю. Стейков, ну в принципе да, я кушать бы не отказался. Ну ладно, тем более, вот. Так это всего лишь сон, да? Мне нечего тут бояться или как вообще? Ну как тебе сказать, ну возможно тебе и нечего бояться, да? Ну тебя эти аниматроники могут убить, в том числе и я, но я этого, ну да, я этого делать не буду, потому что я добрая, вот. Я Фредди уже сказала, чтобы он пошел там, блин, а то он вообще, да, офигел. Слушай, пойдем, я тебе кое-что покажу. Ну, я не знаю, можно ли вам доверять, но... Да можно. Мне я мама просто сейчас... говорила не разговаривать со всякими. Ой, да ладно, у меня печенье есть. Печенье. Да. А еще есть? Еще есть печенье? Печенье. Что это вам? Что это у вас там, рыбка была или что это яйцо? Да. Ну как печенье. Вы очень странно. Я тебе одного мальчика дала. Какого мальчика? Вы про что вообще? Что? Я с вами никуда не пойду. Я в шкафу останусь. Все, до свидания. То есть это был не мальчик, это на печенье, на печенье. А знаешь, у меня есть тыквенный пирог. Да ё-мо, почему она не ушла? Раз, два, три. Да я не уйду так, мальчик, не уйду. А как вы уйдете? Ну, для меня нужна маска, вот. Если маска. Маску... Да, но у тебя ее нету, поэтому пойдем со мной. Лучше, вот просто пойдем. Я тебе расскажите мне, если вы...
Что? От этого кошмара я тебе расскажу все. А зачем вы мне помочь хотите? Я не понимаю. Блин, сейчас, секунду, можно я тут в шкафу запру? Сейчас я быстренько, сейчас... Блин, ребята, напишите в комментариях прямо сейчас, можно ли ей доверять или нет. Прямо сейчас. Давайте, я подожду и это. Давайте. Все, я пошел. Кого можно? Вы кто? Ой. Я Мангал. Пойдем со мной. А вы что меня послушиваете? Зачем? Я не с вами разговариваю, вы что, невоспитанная такая? Слушай, ты сейчас пойдем, я тебе покажу. Пойдем со мной. Все, ну, я тебе покажу, как из этого кошмара. Не, ну я думаю, вам можно доверять. Вы, в принципе, такая вроде добренькая вся. Ну, правда, у вас какие-то зубки страшные. Да, все. Мангала, а можно? Вот. Смотри, здесь есть вот такой вот проход. Заходи сюда. С помощью этого прохода. Так, тихо. Что? Куда? Куда он делся? Ты чего? Да, блин, мне страшно, стой. Хорошо, можно тебе пару вопросов задам и с тобой пойду? Мангал, а почему у тебя такие большие зубы? Ну, я просто, как бы, так, чтобы сказать. Ну, я точно не ем мать. А, ну это хорошо. А почему у тебя такие большие глаза, Мангал? Я просто смотрю тебе в душу. А, ну понятно, да. Ага, пойдем со мной. Ага. Пойдем. Сейчас я. Так ты куда уходишь? Ну все хорошо, ладно. Меня применять силу. Зачем? Ну зачем? Тебе нужно избавиться же от этого кошмара. Я тебе помогаю. Пойдем. Ну ладно. Заходи. Заходи вот сюда к спринтерапу. А что он тут? А зачем мне к нему? А, в смысле? Эй, вы чё, зачем это сделали? Ты думал, ты просто так избавишься, ты не избавишься. Я сказала, ты не избавишься от этого кошмара. Блин, я знала, что тебе нельзя доверять. Тебя будет преследовать этот кошмар. Блин. Скоро мы тебя все скушаем. Ну, нет, конечно, пожалуйста. Если твои подписчики поставят лайки, то, возможно, мы еще подумаем о том, съедать ли тебя или нет. Но так, мы пока что хотим тебя съесть. Вот. Блин. Фредди, я заманила. Нет, все, стой, сейчас, подожди, стой. Блин, вообще, ребята писали, что тебе лучше не доверять, но я почему-то решил себе довериться. И, блин, все, блин, из-за тебя, вот вообще, блин. Ребята уже все лайки наберут и меня освободят, ты поняла? Очень сильно верится в это. Да, мне очень верится, потому что они молодцы, а не то, что вот вы злые, не подходи ко мне. Пойдем еще мальчиков искать. Блин, ребята, капец. Надежда осталась только на вас. Я вас жду, ребята. Эх.